В начале выпуска о трагедии, которая произошла в Маловишерском районе. При расчистке засора в трубе под трассой погиб рабочий. Трагедия произошла около полудня. Трое рабочих дорожной службы расчищали водопропускную трубу под дорожным полотном на трассе около деревни Аксочи. Ручей Грединка уже наполнился водой, была угроза размытия дороги. Под напором вода из очищенной трубы хлынула и смыла работников. Двоим из них потребовалась медицинская помощь. Серьезнее всего пострадал мужчина 1979 года рождения. Медики предполагают, что он получил перелом позвоночника. При транспортировке в Маловишерскую ЦРБ мужчина скончался в машине скорой помощи. Один из его коллег с переломом ноги был передан медикам. Другому медпомощь не потребовалась. Проверку по факту ЧП проводит Следственный комитет. На месте трагедии сегодня работали следователи. После выяснения всех обстоятельств случившегося будет принято процессуальное решение.